И с ним тоже существуют формальные комплексы. Ну, конечно. На нем мы тренируем те самые главные технические секреты юншунь. То есть, как воображаемый противник наносит удар и каким образом меняется очень длинная палка. Да, она действительно очень длинная. Не по узким улочкам, мы оставим нашего рикшу и зайдем в школу магии Вонг. В гости мастеру юншун учить... 在对抗演练中, 这种拳法却异乎寻常的力. 楼上来试一下. Come on, come on.